Так, ну что, будем снимать про мопед? Или про что? Это японский. Японский настоящий мопед? Да. Подождите. Ну это правильно, не мопед, а как он называется-то? Скутер. Мотороллер. Это мотороллер. Скутер. Но это вы называете скутер, а мы это называли мотороллер. Был муравей когда-то такой. У меня не было, но был такой с кузовком. По такой же схеме. Чисто настоящий японец? А чем докажете? Сколько стоит? А, шильдик. За 20 тысяч? Ну это уже бэушный, да? Купили, да? Или что? Иероглифы, да. Слушай, а похоже на то. А изначально сколько стоил? Не знаете? Здесь за 16. Ну и 20 он стоить не мог, явно больше. Или может быть давно уже. Настоящий японский моторолик даже такой. Да и где их сейчас возьмешь? Ну в смысле он как это самое, ввезенный, да? Ну не новый, да? Как вот машины ввозят, да? В таком плане, да? Не новый. Ну не новый, мог стоить. Все равно что-то 20 дешево. Ну-ка. Что, классная машина. Ты смотри, да? И работает мягенько. Это ты заглушил его, да? Или сам заглох? Ну да, нормально, что? Бензина мало. Крыло сами сделали? Было. Ну это кто-то улучшил. Ну вот такой заканчивая наш обзор японского мотороллера, скутера. Что там еще интересного? А, коробка осталась, да? Да. Понятно. А старые поршня вы принесли сдать? Нет. Пригодятся. Ну вот еще тут шильдик. Наклеечка. Ну да, японец. Слушай, ведь это японец, правда. Да по нему даже видно. Пластмасса нормальная. Все как бы это. Я в японцах разбираюсь. И в японках. Так. Ну, в хорошем смысле слова. Так, ну все, ладно, на этом все. К делам.